Слева от меня протекает река Кокса, из которой можно пить воду. Она вливается в священную реку горного Алтая Катунь. Позади меня находится гора Белуха, самая высокая вершина Сибири и священная гора многих религий, многих мировоззрений. Слева, в 50 километрах отсюда, казахстанская граница. Направо, в 200 километрах Монголия. Позади меня, в 3 днях конного пути, дорога в Китай. Я Леонид Болгов. Я хотельер, владелец турбазы «Портал Белуха». Я член сообщества Union Place. До того, как создался Union Place, все шло довольно шатко-валко. Ребята Union Place вооружили меня очень хорошими инструментами. Вика рассказала о построении бизнес-процессов, о том, какие рекламные площадки я могу использовать для привлечения клиентов. Я определился, что на последующие несколько лет моя главная задача – это генерация лид-гена. На сегодняшний день уже очень много раз какой раз переделывается мой сайт, используются новые триггеры, новые площадки, новые платформы, система онлайн-бронирования и социальные сети. Те инструменты, о которых я раньше имел очень смутное представление. На сегодняшний день я с радостью могу сказать, что лето было залито дождем. Люди сидели и смотрели, как ко мне приезжают туристы. Я доволен тем, что весь туристический сезон, начиная с июня и по сентябрь практически включительно, ко мне ехали интересные группы, интересные люди. Они обо мне узнали благодаря тем инструментам, которым меня вооружил Union Place. Я вижу перспективу, я вижу те 150 площадок рекламных, на которых еще предстоит разместиться, построить многоступенчатые системы в виде блога-туров, пресс-туров, работы с прессой, налаживания, связи с общественностью. Вот эти все технологии, они доводятся Викой, ребятами. И вот в это сообщество, братство я могу в любой момент обратиться за просьбой, с радостью делюсь теми инструментами, которые мне удалось добыть. Конечно, я очень благодарен ребятам за то, что вот в такую хорошую сторону изменились дела.